Приветствую всех, дорогие мои. С вами я, епископ Альберт Радкин. Хочу поблагодарить всех. Нас 15 тысяч. Спасибо за то, что смотрите наш канал, доверяете, слушаете, размышляете, пишете комментарии, пишете свои мысли. Для нас это очень ценно. Спасибо. Благословит всех Всевышний. Он рассыпал свою мудрость везде и всюду. Сейчас пойду помолюсь. Вы видите, я сейчас в Иерусалиме, у стены плача. Пойду помолюсь, чтобы наше сообщество также росло, чтобы наш канал рос, чтобы больше хороших экспертов приходило, больше хороших и знающих, и умных, и мудрых людей были на нашем канале. Благослови всех, Господь.